как запечь кролика. Мясо кролика считается диетическим. Его нежная структура впитывает в себя ароматы всех специй, которые вы используете при приготовлении, блюда из него ароматные и вкусные. Для того, чтобы не пересушить его в духовке, воспользуемся для того, чтобы запечь кролика кулинарным рукавом. Подберите свой рецепт видео по теме инструкция. Один кролика промойте, обсушите тушку бумажными полотенцами, разрежьте на порционные куски. Сложите в миску. 2 морковь нарежьте некрупными брусочками, лук полукольцами и слегка помните его руками. Чеснок порежьте на четвертинки и раздавите его плоской стороной ножа. Сложите все в миску, вылейте масло, посолите, поперчите. Положите розмарин, залейте вином и дайте постоять при комнатной температуре 1,5-2 часа. 3. Духовку разогрейте до температуры 180-190 ос. Кролика переложите в рукав, укладывая мясо в один слой. Завяжите рукав с одной стороны и вылейте внутрь остатки маринада. Завяжите рукав с другой стороны и поставьте противень с кроликом в духовку. 4. Через полчаса разрежьте рукав сверху, прибавьте температуру в духовке и оставьте кролика еще на 15 минут, чтобы кусочки подрумянились. Выключите духовку и через 10 минут достаньте оттуда кролика. Разложите его по тарелкам, украсив свежей зеленью. В качестве гарнира подойдет картофельное пюре.